Так, ставьте карту, окей, мы берем карту, вот так вот ее пихаем, слишком быстро, окей, надо помедленней, слишком медленно, вы что, издеваетесь? Всем привет, дорогие друзья, с вами Лололошка, и я просто офигел от ваших отзывов под первой серией. Вам очень понравилось то, как я записываю Among Us, вам очень понравилось то, как я играю в этот самый Among Us, и прямо сейчас перед вами вторая часть, поэтому, ну, наверное, наслаждайтесь, да? Прекрасно понимая то, что обычно люди смотрят первую часть просто потому, что это первая часть, я хочу узнать, как вы отнесетесь именно к этой, второй. Поэтому оставляйте свои отзывы и, наверное, даже оценки. Спасибо за внимание, а мы начинаем! Как-то уже более-менее, кстати, получается, реально. Никого не убил, не спалившись пока что, но... Норм, живем. Так, здесь, короче, мне нужно быстро что-то пройти. Давайте быстренько-быстренько вот так вот заюзаем. Короче, все задания просто выполняем и не паримся. Стрелочка, оказывается, показывает на самое ближайшее задание, по всей видимости, поэтому мы будем выполнять именно то, что показывается. Задание выполнено. Дальше у нас идет, что это? До минус 24 нужно довести. Окей, задание выполнено, это было легко. Офигеть, у меня тут целых три. Ой-ой-ой. Короче, увидел там, где телескоп стоит, это лаборатория вроде, да? Там болт был. Черный, короче. Не знаю, зачем так, что Джонни сказал? Ой-ой-ой. Потому что задание выполнял. Да, конечно, я похоже. Ой-ой-ой. Просто невнимательно тобой посмотрел. Знаешь, где я? Знаешь, где я? Снизу вот дезинфекция, где, короче, коробка. Суть в том, что я не помню, по-моему, болт не так быстро забежал, и он побежал в сторону сканера. И ну, там мед стоит. Там стоит мед, делается сканер, и все. Но снизу я видел, просто только если бы у тебя было задание сканер, я не знаю, конечно, насчет других заданий, но если бы это было. Где труп нашли? Где труп нашли? Там, где около сканера. И типа около... я забегаю, там труп и болт. И типа болт, если бы сканировался, то он бы долго сканировался. А, все. Наверное. Я вышел тогда, потому что рядом ты пробегал, вижу, короче, там труп уже, и все. Ну подожди, ты так долго стоял в итоге там? Я там не стоял долго, вот именно я простоял секунды две. Простоял секунды две, вижу, ты подбегаешь красным цветом, убираю. Серега, жестче эмоционируй, если ты парируешь, ари матом, короче, как-то. Серега, все, улетает. Ты как не смотрел, я сегодня спокойно. Да, Серега, все, ты про... Ой-ой-ой. Что-то не работает, так понимаешь. Ну, ты. Бедные киллеры просто по одному остаются в итоге. Давай, Серег, приятного аппетита. Пацаны, за что, за Макс? Да, задание. Ой-ой-ой. Ну я считаю, что да, это болт, по-любому, типа, я нашел первого трейтера. Это прикольно находить трейтеров. Так, ставьте карту, окей, мы берем карту, вот так вот пихаем, слишком быстро, окей, надо помедленней. Слишком медленно? Вы что, издеваетесь? В смысле, слишком быстро, слишком медленно? Обалдеть. Так, короче, идем сюда. То, что за мной гонится, браво, нет, он не гонится, мне просто не особо это понравилось. Че ты сюда идешь-то, а? Нажмите, чтобы начать. Так, а что дальше? Go grab a coffee. Чё? В смысле go grab? А что мне нужно делать? Стой. Так, подожди, сейчас очень внимательно. И извини, что перебью. Просто дело в том, что сейчас у нас... Кто был? Фазан, да? Вот сейчас где-то ямка была. Был я... кто еще? Слушай, я конечно, сразу хочу спросить, что значит go grab a coffee? Типа... Олега, берешь, короче, с жопой и начинаешь... Смотри. Ты поставил задание, там нужно минуту подождать и подойти, потом... Ой-ой-ой. Аномалию просто, там будет... Мне типа можно уйти в этот момент. Да, там будет просто, ты подойдешь, там будет другого цвета. Ну все, теперь вы точно знаете, что я не трейдер. Джонни, что с фазаном, давай. Короче, объясню. Сейчас, одну секунду, Андрей, я быстро скажу просто. Справа был Браво в этой дезинфекции, сверху Рома с кофе своим этим разбирался, слева я, типа, чинил электричество. Фазану некуда было уходить, кроме ямы. Я только не ямы. Подожди, ты не видел фазана? Нет, он справа был. Фазан был около сканера. Он стоял просто. Я не знаю, правда, что он там стоял. Ой-ой-ой. Я тебя не видел просто. Ладно, тогда я тут предлагаю скип, но я все равно присмотрю. Я уверен в Роме еще 100%. Да, Рома 100%, это да. Я понял, Андрей. Ну, спасибо, ребята. Не, ну в плане, типа, мирный. Микрофон мьютед. Ну, не, хотя бы меня не сольют свои же, это уже хорошо. Так, но я так и не понял с этой тупой лабораторией. Если я прямо сейчас
Ой, замотай. Да порешай. Я хотел услышать очередная карточка за маньяка. Я так понимаю, мне в итоге нужно взять это? Задание выполнено. А, ну все, я понял. Да, надо было реально через минуту просто пробежать, забрать это. Так, а что там за посадочная капсула, интересно? Как туда вообще пройти? А, это мостик? Тут все это время можно было ходить? А, мы же отсюда приходим изначально, точно. Такие странные задания, на самом деле. Я сейчас реально думаю, ух, головоломка, надо мозги напрячь. А потом вижу это. Так, окей, открываем. Свет у нас отрубили. То, что свет отрубили, это не есть хорошо, кстати говоря. Так, а мне, может быть, тогда подключить этот свет нужно? Подожди. Как это работает? Да-да-да-да-да-да-да, по всей видимости, надо зайти. Давайте попробуем. Ага, ну слушайте, флагжикей пришел свет включить, он по-любому мирный, 100%, вот прям тут уже 1 миллион 1%, его мы не подозреваем, ну его еще из предыдущей игры можно было не подозревать, но, мы пойдем выполним наше последнее задание вроде бы, да? А где мои задания? Вот они мои задания, ой. Да. Я нашел. Внизу в исследовательской. Да, флагжикей, короче, ты 100% мирный вообще. Да, Джонни, потому что он наверху меня был, типа мы часто пересекались, он меня мог уже кучу раз убить. Короче, это Алекс, скорее всего, получается. А чё я-то сразу? Проблема, смотрите, какая. Смотрите, я смотрел по камерам, Андрей пересекся с Максом, они, ну, грубо говоря, разминулись. Я так понимаю, Макс пошел вправо, Андрей влево. И вот я не видел, где был Фазан и Олег. Вот это единственное. Я был вооруженный, вот выполнял задание с астероидами, потом выключили свет, и я побежал туда. Как я только вооруженный. Выполнил задание. Я сейчас вооруженный был. Нет. Мне интонация Олега не понравилась. Ой-ой-ой. Да какая интонация? Что? Пусть мы, Макс, слушай. Я, когда бежал вправо, ты выбегал ко мне навстречу. Я с тобой сейчас был. Оттуда единственный момент, только можно в исследовательской. Я с тобой бежать. Сейчас сверху стоял, когда ты свет выключили. Да, ты оттуда сверху и бежал, а я бежал вправо. Так я прошел. Исследовательскую, и все. Я прошел эту хрень, как и называется. Какая? Можно сначала Фазана, потом Олега. Давайте так и сделаем. Можно так, можно так. Никого вкидывайте. Меня, Рома. Джонни чистый. Это Олег. Вас технично разводят, как там Олег? А, ну я понял, хорошо. Хорошо, да, Олег следующий. Бля, Олег, давай. Сука, Андрей тоже может. Так, у меня, по-моему, одно задание осталось в итоге. Угу, побежали в эту сторону. Мне не особо понравилось, как Эндифай себя вел. Типа он не особо-то и торопился, он встал. И, знаете, когда он забежал в электрическую, он не пытался сразу пройти к двери. Конечно, может быть, он настолько гений, что сразу видел, да, вроде свет появился и можно не бежать. Но мне все равно не понравилось, как он себя вел. Эндифай, я так понимаю, это у нас Андрей. Его называют Андреем. Просто я тут многих, если честно, сам не знаю. А, подожди, а мне нужно сбросить сейсмический стабилизатор. Понял. Я бегу. Здравствуйте. Так, вот то, что за мной тут гонится Фрэш, мне это совсем не нравится. Не-не-не-не-не, я не пойду. Теперь смотрите, там был кофе и фреш, мы забегаем, если будет труп, то мы сами прекрасно знаем, что делать. А, у нас еще один убит, алло. А кто? Ой-ой-ой. Я при чем? Я стоял сейчас с Максом, я мог его спокойно убить, потому что он был один, я его не убивал сейчас. Нет, ты со мной не был. Что? Ты со мной Рома сейчас бегал. Сейчас, подожди. Прикол в том, что... Ты стоял сейчас в туалете, выполнял задание с проводами, я стоял рядом с тобой. Мимо меня пробежал еще Рома. Рома видел только, и все. Ну, Рома мимо меня пробежал, и побежал к тебе. Ты стоял один, я мог тебя спокойно убить. Да нет. Слушай, нет, прикол в том, что ты только подбежал к нему, кофе. Кофе, ты только к нему подбежал. Ну, я только подбежал, да, но я мог его спокойно убить. У меня было на это время, если бы я был предателем. Ты просто не рискнул, ты боялся, что не подойдет. Ой-ой-ой. Окей, ну типа я говорю, что вы сейчас проиграете, если выкинете. Потому что типа Рома... Ну окей, выгоняйте. Ой-ой-ой. Это Андрей. Мне просто, знаешь, такое ощущение было, будто ты подбежал, ты увидел, что я выбежал. Нет. Андрей, понимаешь, это дело не в интонации. Вообще не в интонации. Знаешь, какая ошибка моя была? Да. Мой самый первый килл, я подставил Серегу. Потому что там был Рома, я быстро... Серега сам подставился, он просто не стал убегать. Но он не убежал, Я думал, что Серега поймет, что убегать надо. В итоге... Но сейчас ты себя... Остался один, и в итоге снова вот опять так... Мне вообще ничего не дают сказать. Просто ничего не дают сказать. По всей видимости, я буду просто слушать их. Так, окей, соединяем проводочки. Мне не нравится... Блин, ладно, пока что я не хочу никого подозревать. То есть просто все идут выполнять задание. Да, в этом плане пока что все хорошо. Я, правда, опять же, не особо запоминал цвета. То есть кто... Блин, а как тут пройти-то, ё-моё? К-
Как тут пройти? Здесь можно пройти. Да, идеально. Все. Наверху, где сортиры, вот эти вот, ну вот это справа. У меня подозрение на фазана пока. Нет, я в туалете, там это, сейчас это файлы скачивал. Фазан, почему ты так долго у проводки стоял, объясни, пожалуйста. А я перепутал провода. Я последний, кого видел, это кто от меня убегал? Сережа, по-моему, последний убегал со стартовой, немножко АФКшнул, и все, я больше ни хера не видел за эту карту. Это да. Я в конце видел Тёмика слева, ложку, который спускался тоже вниз слева, и все. Я кушаю пиццу и смотрю. А где труп? Мы были с Андреем, мы были с Андреем в офисе. А где труп-то был? Убили. Наверху, справа. Тогда это точно не болт. Я знаю, как неприятно проигрывать, я не буду этого делать. Сережу я видел, он не бежал. Да, болт 100% типа чист. Болт. Ну нет, это не так, Рома, играется. Два маньяка, одно убийство, кто угодно. А, два маньяка, господи, точно, бляха. Я думаю, я знаешь, я просто привык уже, что вначале одного сливают. Чаще всего. Ну ладно. А что, скипаем? Давайте скипнем. Ром, скипни тоже, пожалуйста. Давайте задание. Ой-ой-ой. Против меня заголосовало, сука, кто желтый фазан. Ой-ой-ой. Это карма тебя запрашивает. Так, хорошо, да, я забыл, что два трейтера. Просто мы обычно в самом начале какого-то явного трейтера убиваем, и в итоге остается один, поэтому всегда понятно, где произошло убийство. Так, как сюда забежать-то? Ага, вот сюда. Забегаем. Что мне нужно сделать? Всё, я что-то под... Я сделал? Нет? Ничего не понятно. Здравствуйте, мистер Кофе. Чё, как поживаете? Так, у вас, по всей видимости, тоже здесь задание. Так, надеюсь, я сейчас не прибегу, и здесь не будет трупа. Ох. Опа! Где убили? Где? А двоих? Ну, там, слева внизу. Слева внизу? Да. Ой-ой-ой. Андрей, а ты откуда-куда бежал? Почему нельзя посмотреть свой последний скрин, типа? Андрюх, ты замьючен, Андрюх. Андрей, да, я наверху проводки соединял там. Наверху слева, ты не знаю. Снизу вверх бежал или откуда? Да, я снизу вверх бежал. Ну нет, я бежал от этого. Сразу там, говорю, я сейчас по центру штурвал этот. Ой-ой-ой, я видел, как кто-то из начала сезона видел, как дезинфекции. Рома говорит, что Олега видел, как он в дезинфекцию забегал. Нет, я не сказал. Я не говорил, что это Олег. Я сказал, что кто-то выбегал из дезинфекции, кто-то выбегал. И, типа, вы говорите то, что именно там был труп. И кто-то выбегал. Оттуда фазан выбегал. И, типа, посмотрите. Оттуда фазан выбегал. Мне... Я не там был. Мне прямо сейчас нужно просто... Вы скажите, кто был слева. Стойте, а по-моему, это был фазан. Я помню какой-то яркий скин. Да, я помню тоже что-то яркое. И, типа, Толя, ты где был? То ли это фреш, то ли это фазан. Я был сверху, я пробежал. Не. Не, я в центре сейчас воду заполнял. Шурвал. Чинить свет. Увидел Андрея. 10 секунд. Потому что он меня 10 секунд. Ой-ой-ой. Фазан, фазан. У меня задание есть, у меня задание есть. Я фазана кинул. Да, я тоже фазана. Короче, суть в том, что я мог все это время, в принципе, вырубить сейчас запись, но я подумал, что это будет нечестно. И проверить, кто там в итоге выходил. Потому что там же реально видели, кто-то выходил. То есть это был по-любому трейтер. Иначе бы он давным-давно репорт кинул. А тот, кто забежал снизу, он как раз и... зарепортил. А вот этот, кто выбегал, и я его увидел, он и был трейтером. Но я подумал, что ладно, не буду вырубать запись, типа не буду подсматривать, потому что это как-то... Ну, не то чтобы нечестно, тут надо именно на память все-таки сыграть. Если не увидел, не запомнил, ну, твои проблемы. Надо вот постоянно запоминать, кто около меня бегает. Это Тёмик Бин и кто еще? Тёмик Бин и Следак. Тёмик Бин и Следак, все, я понял. Так, у меня еще в хранилище есть задание. Давай, Макс, просто ай-яй-яй-яй. Это была лучшая сейчас каточка. Просто два технаря просто у вас офигенно сделали. А ведь я сказал, либо фреш, либо фазан. Яркий скин. Фреш. Скажи мне, пожалуйста, так это ты в итоге выбегал? Откуда? Из дезинфекции, когда вот мы встретились, и в этот момент репорт был. Дезинфекция справа, я слева был. А, то есть... Это там не я. Это в итоге фазан выбегал. Слева убийство было. Я слева убил Олега. Окей, я снова член экипажа. А, блин. Прям в посадочной капсуле есть. Так, мне было видно то, что черный тоже выполнял сейчас это задание. Черный это у нас болт, надо это запомнить. То есть болта мы пока что не подозреваем. Окей. Справа там где-то. Мы с фазаном были в левой части. Да, мы лево были. Справа? Я был справа. А, только что Толя увидел. Не-не-не-не-не, Толя не мог, типа, потому что я забежал... Я в дезинфекцию побежал, я... А я забежал, честно, короче, ебал, в сортир справа, и там труп. Болт, что ты сейчас короче, делал? Короче, я знаю, что Лола делал задание в самом начале. Кто? Потом Вова? Я ушел...
Рома был в самом начале делал задание. Все, он убежать никуда не мог. Я уходил влево, начал чинить этим проводки и всякую фигню. Или как только Рома спросил Болотова, типа, что ты делал, такой сразу Болотов типа, подсасываться стал за там. Такой, ну типа, я видел, что он делал. Я хотел сказать, я ожидал, ты это слушал. Не-не-не-не-не-не. Нас не проведешь, наёб. Не-не-не, Болт, вот какое задание было? Болт. Давай, быстро прям, сходу. Корабли. Пикать. Нет такого задания здесь. Есть, есть. Я сам его выполнил. Я за Андрея. Ну из-за того, что я там троллил, я бы сказал, что я не Не-не, меня видели, Серёг. Я просто побежал. Ты меня видел на стартовой, я бежал бы. Ой-ой-ой. Мальчик же маньяк по-любому. Так давай, Андрей, давай. Джонни. А! О боже. Ты просто увидел, что у него микрофон не замучен. Блин, прикольно, если бы он начал что-то комментировать в итоге. Спас ситуацию, Джонни. Так, надеюсь, сейчас это не трейдер, конечно, тут сидит. Мы точно знаем то, что Болт это норм чувачок, поэтому мы, ну, типа, знаем, что ему можно доверять. Да ё-моё. Рома, ты видел, там лежал труп? Где? Где, где, где? Перед тем, как закрылась дверь. Нет, чего? Я не видел трупа. Чуть потому впереди. Что я его... Может быть, подожди, для начала. В общем, был... ты сейчас пробежал, ты сейчас да, пробежал. Я пробежал. Не, ну ты-то точно, ну, мир. Ну, я и говорю, но я маньяки, с тобой был, я скорее всего, неопытные, труп, вот я могу нет. сказать однозначно, потому что два трупа и два репорта, ну, то есть, как бы... Да, Андрей. В общем, труп лежал около электрики, чуть дальше. Я пробегал, а кого? Все еще пытаюсь до дезинфекции добежать. Все еще вошел. Вы реально... Ой-ой-ой. Видел... Потому что задание видел не дать выполнить. Видел ой, этого, Серегу. Мы все вместе были. Больше ни хера. Но надо сейчас реально кого-то, я не знаю. Да не надо будет. Никого, у нас два трупа только, можно задание выполнять и а все. Можно, можно вот просто по-человечески попросить, дайте, Андрей. Сука, добежать? Ой-ой-ой. Толя, почему ты остальные задания-то не делаешь? Да потому что у меня там три их, блядь. Ой-ой-ой. Сережа, ой-ой-ой. Тебе до нее бежать, хуй знает сколько. Ну ладно. Ну ладно, давайте все-таки мы выполним эти дурацкие задания. Доступ разрешен, найс. Надо как можно быстрее выполнить все задания, и после этого уже смотреть, кто где как бегает. Потому что не круто то, что я не запоминаю цвета, надо уже на это тоже побольше обращать внимание. Так, значит, сейчас налево, свет пока включен. Здравствуйте, следак. Мистер Следак, хотите меня убить? Так, болт. Болт у нас мир, мы это точно знаем. Оплот. А чё ты меня проверяешь, Болт? Зачем ты меня проверяешь? Ты же прекрасно знаешь то, что я мирный. При мне... Чё такое? Ой-ой-ой. Не надо! Толя, не ври! Не ври, Толя, не ври! Это был Толя! Это был Толя! Я не знаю, кому верить. Макс, пожалуйста, пожалуйста, Макс, пожалуйста! Поверь! Сейчас он... Ой-ой-ой. Сказал, сука, Олег! Ты... Олег! Нет! Андрей сказал! Сейчас Андрей сказал, это ты... Нет, я, Толя, блядь, нет. Это, при мне Серег, один убийца, пожалуйста, Олег. Серег, ну пожалуйста, поверьте Слушай, мне, это Толя. Я такой, серьезно говорю, Андрею, я вам серьезно что, говорю. Я вам Олег, серьезно я говорю, это был Толя, он на моих глазах зарезал. Что он зарезал и сразу нажал на труп. Я говорю сейчас Андрею, блядь, потому что он сказал, сука, Олег. Ребят, ребят. Он сказал, а, я знаю почему, я знаю почему. Стой, я знаю почему он это сказал. Он стоял, выполнял задание у антенны, и он не видел, что происходит вокруг. Ребят. Не увидел, как я сверху подбегаю. Ребят, ребят, а кто такой Толя? Следак. Следователь. Следак, вон. Понял. Олеж, спасибо. Да. Так, Толя, подожди, дай я скажу. Короче, выкидывайте меня и Толю, вот тогда будет честно. Вот тогда будет честно и все. Я думаю насчет Толи, потому что он тогда был в дезинфекции, якобы где-то рядышком. Олег, дай я скажу. Я два раза бежал в дезинфекцию. И ты опять сейчас говоришь... Ну. Похожими словами, вот как тогда про вентиляцию. Я смотри, ни разу, когда, Олег, кстати, играл, блин, я сколько раз я на этой карте не играл, у меня ни разу три задания в той комнате исследовательской ни разу не было. Только потому, что когда Андрей перед тем, как замутаться, он прям сказал с ненавистью, прям пиздец, как сука, Олег. Это был, блядь, не я, я стоял перед ним, я, да, но это, блядь, был не я, Толя побежал и убил. Ну извини, Толя. Ну следующий Олег так. Ой-ой-ой. Давайте, можете, спокойно, я могу хоть бегать с вами. Могу показать, что задание выполняю. Олегу поверить.
Я пока не знаю, что сказать. Кто в итоге виновен. Ну, короче, либо это кофе, либо мы все-таки уже выкинули одного трейдера. Так, ладно, все туда побежали. Пойдем, наверное, мы выполним задание. Так, мы здесь должны пройти, отлично. Ну, чтобы было по-честному, типа, да, я... Да, давайте, можете, я... Хорошо, выкидывайте меня, но я скажу так, что с вами сейчас все равно останется один убийца, поэтому, ну, типа, желаю удачи. Я мирный, я мог сейчас убить Рому, пока вы там все равно бегали, ну, и я, типа, ты и... Бы это было бы... рядом с ним был. Так, смотри, все равно меня сейчас выкидывают, и я знал, что меня все равно сейчас выкинут, и, типа, я мог забрать с собой одного. И я этого не сделал почему-то, почему? Макс. Потому что, наверное, я мирный. Ребята, Рома, ты же видел, что я сейчас задание выполнил? Я делаю, чтобы было по-честному. Ну, да, сказал, ты зашел, не типа, убил. Олега. Я типа вот так вот. Нет. Ну, потому что я по-другому не знаю. Не, по-честному будет выкинуть меня, я не спорю. Я понял, но я Макс. Говорю, что я мирный, я, типа, и типа убийца среди вас все равно. Да, кто-то, кроме Макса, слышал, что Андрей сказал, сука, Олег? Я нет. Нет. Ой-ой-ой. Я тоже не слышал этого. Ой-ой-ой. Вот, сука, у меня прям будет на записи это будет видно. А как он это мог сказать, если он был замутан? В смысле, он замутался только потом, когда сказал, сука, Олег, не, я прям четко кушал, слышал. Я слушал, о, он, в смысле, Андрей записывает так же, как и мы все. И он был замутан всю игру. Ну окей. Может, я скипну что-то. Ну смотри, просто логически подумать, я понимаю, что мы договорились, но смотрите, если бы я был убийцей, да, и нас оставалось бы двое, и я знал, что меня сейчас выгонят, я бы по-любому забрал бы кого-нибудь с собой. Потому что меня в любом случае на общем бы голосовании сейчас бы выкинули. Ну откуда ты знаешь, что точно, что Толя был маньяком? Потому что он на моих глазах зарезал Андрея. Я стоял специально, а еще бегал. Я специально стоял бегал рядом с Андреем, чтобы потроллить его немного, типа, чтобы он боялся, типа, это я его убью. Видел, а еще кто-то видел Макса. Этого, что, типа, что Толя перед тобой зарезал кого-то. Идите Макса, чтобы все остались. Блядь. Да нормально. Нет, это честно будет. Следите за Максом. Окей. Да делайте задание. Да, давайте по фасу сделаем задание, если там осталось чуть-чуть. Так, осталось одно гребаное задание, я должен сделать его. Пожалуйста. Так, Фазан, чё ты за мной бегаешь? Чё ты... нет, не бегает, всё нормально. Так, я просто хочу понять, где это гребаное задание. Куда мне нужно бежать, чтобы выполнить это... А, это то самое задание, которое я до сих пор не выполнил, лол. Оно же у меня ещё вроде в самом начале было, или это в другой игре. Не помню уже. Так, окей, и остается одно. Запустите реактор. Окей. Сейчас через комнату управления меня могут спалить, то что я здесь. Ой, не нравится мне это. Ой, не нравится. Там кто-то идет. Там кто-то идет. Здравствуйте, браво. А, у меня тут еще одно задание. Лол. Что? Так, ну тогда выполняем еще одно задание. Найс. Все. Какого черта у меня столько заданий? Почему они здесь не показываются? Я просто до сих пор не понимаю, как эти задания показываются. Почините свет. А, это мне стрелочка на почините свет, да? Ведет. Так, что, мы все вместе бегаем в итоге? Исследовательская, разблокируйте трубопровод. А, я понял, почему я не вижу эти задания. Лол, все это время я не видел задания. Знаете почему? Потому что у меня вебка была. Все это время гребаная вебка мне мешала увидеть эти задания, серьезно. Это такая тупость. Без рофлов, это такая тупость. Все это время я их не видела, они были. Типа вот там, где у меня юз, репорт и так далее, я вижу самого себя сейчас. И типа из-за этого я не вижу карту, мне нужно ее вот так открыть. Да, все, вот теперь я вижу, потому что я на тап не нажимаю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И тут еще одно сразу задание. Ох, нихрена. Окей, нормально. Побежали в эту сторону. Фазан меня мог слить уже много раз на самом деле. Прям реально много раз он мог меня слить, потому что я конкретно один бегал, но он меня не сливает. То есть у меня сейчас нет подозрений на Болта, у меня нет подозрений на Фазана. Так, и как отсюда выбежать? А, вот. Следовательно, мы их не трогаем. Опа. Где? Так, болт валялся. Макс у реактора стоял. Короче, реактора вот стоял по центру, когда только спавнишься, типа вот только спавнишь, не вверху, а вот именно по центру спавнишься и направо бежишь, и через дверь выходишь. Сколько вот там. Маньяков... Не, я один маньяк 100% остался. Один маньяк. Но... Я у реактора сейчас стоял и ждал. Ну, блин, просто смотри, Фазан, на самом деле, я вот хз, но он меня мог слить уже
два раза, еще в предыдущей катке, и в этой катке он меня только что мог слить. Мне кажется, да. Это фазан. Но... Да, нет. Не знаю. Но при этом он этого не сделал. Типа, Браво ко мне подбежал, когда я около реактора был, я тут бомбил, говорил, что беги к другому, чтобы, типа, другой активировать. Я ждал, пока... Ну, я не видел, что ты там. Вот и все. Чего? Я не видел, что ты именно в том реакторе. Ну, я вот справа, который был, тебе надо было левее. Блин. Я не знаю, я сейчас наверху был. Я бежал к реактору, кстати, чинить. Подожди, а ты зачем просто вот так вот пробежал через дезинфекцию, фазан? А мне задания остались в этом, где лабораторном. Мне же быстрее отрисковывал туда побежать. А какие задания у тебя там остались? Мне осталось пройти сканирование, что-то там у меня еще. Все, я все сделал. У меня одно осталось задание. Можно скинуть, у меня сканирование осталось. Так подожди, все выполнили задание? Не, у меня одно осталось. У меня остались. Я вот так и не понял, у меня есть задание? По-моему, я выполнил все, да. Я еще самое главное, прям на запись, так дико туплю. Где задание? Почему у меня типа есть задание, но их нет на карте? А это опять тупая вебка. Я чисто из-за вебки их не видел. Не знаю, я... Возможно, это будет просто типа как по бессмыслу, но я за фазана. Потому что нет, я и Браво сказал типа про фазана что-то. У меня есть, пойдем со мной. Скипнем, пойдем со мной. Да? Чтоб ты ёбнул кого-нибудь. Я стану. Не, сейчас двое. Вроде если маньяк убьет одного, он выиграет. Он выиграет, да. Но я не знаю. Так, а подожди, даже если скипнем? Нет, если скипнем, мы останемся живы все. Ну, я просто уже проголосовал, поэтому типа мне похуй, делать что хотите. Так, а за фазана? Да это, фазана, вы сейчас проиграете. Бляха, муха. Ну ладно, давайте. Меня кидайте. Я скипаю. Ну похуй. Надеюсь, просто надеюсь. Говорите, кто был, давайте. Я просто надеюсь. Я говорю, что Макс был. Надеюсь, мы выиграем. Надеюсь, ты выиграешь, да. В смысле, я не маньяк. Ой-ой-ой. Кто-то из них, понимаете, либо Браво, либо Фреш. Вот же ж, а, говно, а. Сами понимаете, то, что тут по факту все равно Маничелло выиграл. Нам надо кнопку нажимать. Кто это был? Спасибо за игру. Ой-ой-ой. Сейчас, одну секунду. Во-первых, Макс, ты лучше. Он меня сразу похавал. Так он еще всех переиграл. Ой-ой-ой. Меня Толя так подставил просто. Ой-ой-ой. Я и хотел забрать тебя вместе с собой, но я думал, тебя первым кикнут, а дальше я отверчусь как-нибудь. Не, Олег, я тебя хотел оставить там уже. Бля, просто две всякие муфы охуеть. Я так хотел бы, чтобы выиграть, пиздец. Там Макс сначала влево, потом вправо, и он через яму. Не, просто типа в конце сыграли типа мирные такси, потому что была инфа, то, что сказали, следите за Максом, потому что он странный. В итоге Макс вкидывает фазана с ничего просто. На это даже никто внимания не обратил. Да. Я Макс красавчик. Спасибо. А я нубик. Ну все, теперь я постепенно про уже становлюсь, понимаете?